Расставание с бывшей, и ведь ты был хорошим полковником, как у нас был этот, ах, какой был мужчина, Эрих Крауз этот в шляпе, который как круизером звали, круизер. Круизер это, по-моему, вообще катер, насколько я знаю, круизер. Крузер, катер, блин, я не могу до сих пор, просто так угораю с его этого имени. Еще там и этот, еще Пугачева бы добавить со своей песни, какой был мужчина. Ладно, одолейте Джека Краузера, вот, ну, Круизер, Круизер, а Краузер, чуть по-другому, Эрих Краузер, брат, походу, Эриха Краузера, который ручки делает, ладно. Ну что, ребятушки, на с вами какая глава была, 15-я, по-моему, да, мы с вами продолжаем прохождение, глава 15, и он, наконец, поставил точку в своих непростых отношениях с Краузером, но ему сейчас некогда думать о прошлом. Сэдлер взял Эшли под контроль и скрылся в глубине острова. Ёлки, отсюда вы чё попутали? Опять отсюда? Нет, пожалуйста. Короче, ребят, давайте я их пройду, этих пердун. И мы с вами продолжим. Во, саундтреки какие четкие прям заиграли. Но мы с вами уже это проходили вчера, поэтому... Давайте. Да куда ты? Ты охренел, что ли? На тебе. По горлышку-то. Да, я уж вижу, спасибо за новость. Оп. Ладно, давайте я их вынесу, ребята, мы с вами продолжим. Мини-гайдик такой для вас. Прям буквально. Что, ребятушки, можно же было вот здесь вот. Вот эту штуку и завязать просто, и все. Я что-то не подумал сразу. А, здесь... Здесь... Во. Вот и все. Ребята, так вот больше половины можно было просто вынести. Там такой гигант, не знаю где. Плечо, походу, вывихнул мужик. Лёня, держись, почти закончили. Продолжаем, ребята. Я решил там гренкой чисто так расправиться с ними. Погнали дальше. Идем нормально. Живем. Так, что у нас с вами? Походу, дело... А, тот у нас с тобой отлить полетел, я вспомнил. Патроны у него кончились, а вот, походу, и он. Да... Да, крут, ага. Сейчас смотри ему, наверное, что-нибудь прилетит, я так понимаю, да? Ну что ты меня слепишь-то, ну не свети ты на меня, так. В конце ты концов, а. Шум винтов, вертолет, сейчас смотри, что... А куда нам? Сейчас смотри, сейчас, наверное, свалят. Смотри, что с ним случится, да? Смотри, сейчас... Бах! Глухой стук. Ой! Батюшки мои, смотри, у меня тараканы поналетали на него. Жуки-навозники. Зеленоглазые. Зеленоглазый ты, жучок. А как он загорелся-то? Ой, батюшки мои, ты поаккуратнее. Ты чё, мужик? Майк. Да, много от тебя толку-то, Майк. Ой, вернулся, смотри. Все крутится. Нормально, надо было катапультироваться. О, смотри, такой из огня выходит. Сэдлер. Смотри. Как в этом, знаешь, как в боевике в каком-то таком. Как будто много бабок вложили, спецэффекты такой выходит, такой он крутой. Ах ты ж... Ты охренела, что ли, совсем? Ты чё, собака, Сэдлер, со своими жуками-навозниками? Ты вытворяешь вообще? Монах ты недоделанный. Чернокнижник ты ссаный. Какого хрена меня ваншотнули вообще? Меня хп хоть отбавляй. Ах ты ж собака. Не тут-то было. Да уйди ты. А где моя зеленая трава? Я, походу, не поднял ее там, я так понимаю, да? Я ее не поднял там. Я понял, хорошо. А, обоссалась так муха, тараканья. Лопнула. Так, что у нас-то, подожди-ка, здесь? Это я видал, видал. Что хоть-то сказать я? По-моему, мы с тобой не брали задания об уничтожении синих медальонов, но мы с тобой их практически уже все уничтожили, при этом даже не взяли задания, так понимаю. Давай ты уже в конце-то концов. Хорош. Сейчас бы нас
наша Эйчли поздравила бы. Руины около утеса. Я так понимаю, что мы с тобой, наверное, уже пришли. Сейчас останется только Седлеру люлей надавать. Но обратно смысла идти нету. Я так понимаю, что здесь, наверное, все. Потому что, естественно, мы с тобой три целых нашли. Да? А, ну с тобой... Ой, батюшки мои, с тобой еще идти. Вы что, ребятушки? Еще у нас с тобой... Ну-ка, такое. Может, надо было, наоборот, здесь крысу уничтожать? Летучие мыши откуда-то взялись. Полетели. Короче, Майк у нас с тобой помер. Майка померла. Так. Ой, батюшки мои, королевский посох. Ни хрена себе, самого патриарха Кирилла. Будем продавать, ребята. Ну-ка, эпитафия на утесе. Эпитафия есть эпитимия. Эпитимия это, по-моему, прощение грехов за деньги. Да, это вообще трындец, ребята. Это индульгенция, эпитимия. Забудь, что такое эпитафия, эпитимия. Кости наших сородичей покоятся во всех странах. Кровь наших сородичей стала источником всей пищи. Мы живем лишь ради возрождения, мы будем жить вечно. Наша власть не знает границ. Да. Прям типичная... Единая и непобедимая. Не буду говорить, кто. Бонус сами, ребята. Как говорится, поаккуратнее, но все поняли. Так. Единая Русь непобедимая, как говорится. За Русь, если надо, обосрусь. Поехали. Давай, я с тобой смотрю уже. Как он вообще ни приступа, ничего не происходит, я не понимаю, вообще живучий, охренеть ты, посмотри. Ты бабе туда укол давно сделал, что сожжение синих медальонов. Так, карта обновлена, я хочу, чтобы кто-нибудь уничтожил синие медальоны, которые есть в этих руинах. Так, мы с тобой, прогресс 3 из 5, руины около утеса, без них этот сраный остров станет чуточку лучше. Чего мы не угодили, это синие медальоны, не пойму. Хорошие синие медальоны, чем мне не нравится. Так, у нас где-то он там висит. Походу отсюда не видать, так понимаю, да? Так, это мы нашли. А как они так делают, я не понимаю. На карте специально делают, чтобы они появлялись. И считаю, нам как бы помогают тут при этом очень сильно. Нам для этого даже не нужно стараться, трудиться, перенапрягать, чтобы их искать. Все на карте отображаются. Как-то слишком, по-моему. Подожди-ка. Я понял, где, наверное, вот здесь, скорее всего. Мы с тобой провафлили этот момент просто. У нас с тобой так. Но мы будем надеяться, что у нас все-таки здесь... Эпитафия. Ты где там вообще? Вон он, смотри. Как можно было туда залезть, додуматься просто? Как можно было туда все это повесить, я не понимаю. Не, я, конечно, понимаю, что это все-таки просто нарисованные текстурки, но, ребят, должна же быть здравость-то ума. Я что-то где-то добавлю, но нужно какую-то включать хотя бы реалистичность, а то что это такое? Гранату бросаешь, а она не катится по воздуху. Воздух же должен сдувать гранату. Ну, правда, когда там ураган, там если гранату кинешь, ее там за километр отбросит. Воздухом так чисто дунет. Как говорится, ветерок дунул. Так. Граната, как говорится, пошла, никого нету. Кто там запищал? Что за хрень? Что за хрень? Мешки какие-то с говном висят. О, это же груши. Висит груши, нельзя скушать. Слушайте, это же мешки для этого, чтобы бить. Да, давай побоксируем. Вот так же, с ноги прям по ним. Затренируемся, а почему бы и да? Все, ребята, разве это плохо? Я подозреваю, что сейчас будет что-то очень веселое. Так, перевозки биологических образцов. Ремонтные работы завершены согласно плану, поскольку раньше этот комплекс использовали как изолятор. Усиление герметичной зоны не отняло много времени. Если во время испытания системы охлаждения не возникает проблем, планируем доставить сюда все оставшиеся образцы из первого комплекса. Все образцы успешно доставлены, однако во время транспортировки возникла небольшая проблема. Один из образцов вышел из-под контроля. К счастью, жертв оказалось меньше, чем мы ожидали. Соблюдайте предельную осторожность. Но все ощущение, что образцы начинают привыкать к низким температурам. Стоит догадываться, кто сбежал. Как обычно, мы с тобой помним этот с не совсем приятным совсем неприятным прикусом механический ритм. Так, откроем ящик, давай посмотрим. Роскошный браслет, да, надо у нас с тобой
все дело-то пообъединять. Пообъединять. Хорош. Так, и вот сюда. Итого 20 900 мы с тобой. Ну, правильно, со скидкой не за 21 тысячу, а за 20 900. Как мне туда попасть? Подожди. А, вон он стоит, на верхушке. Не, можно было просто гренку кинуть, и все. Ребят, если еще нам представить, сколько найти, я так понимаю, что, может быть, их... если их 16 было бы, это по каждой главе бы на одного. Нет, по-моему, у нас там не так получается. Иначе получилось бы, что еще 5 глав проходить, это было бы странно. Так, поднимаем, давай, автомат берем, достаем, все. И наша подруга-то, не пойму. Ага. И сейчас, смотри, закроется дверь, и у нас с тобой... Ворота закрываются. Спасибо, я бы сам и не додумался. Один из образцов. Образец. Сейчас смотри. Батюшки мои. Мы помним, как она. Не один, ребята. Шипение гадюки. Гадюку-то здесь откуда сделать? Гадюка, вали отсюда нахрен. Смотри, что здесь происходит. Ну-ка. Гадюка, вали отсюда. Гадюка, вали. Бегай, гадюка, я их задержу. Бегите, глупцы. Я их задержу. Глупцы, спасайтесь. Спасайтесь, кто может. Да когда ты же наконец помрешь? Да я... Все, гадюка. Я тебя заберу с собой, я тебя спасу. Да ты... Ты сдохнешь сегодня или нет, собака? Куда мучку свою... Мимо. Не попадет. Я спрятался с мешком. Вот он здесь. Если есть плюс, это был, я надеюсь, что один из образцов, либо это какой-то был слишком другой какой-то образец, скорее всего, это был. Надо вот мне, наверное, проверять моментами, ребятушки, видос, потому что понимать, как мне кричать, как мне не кричать. Это я о чем? Это я к чему? Имею в виду, как мне кричать, как мне не кричать. Это я к тому, что когда я слишком громко говорю, у меня может немножечко искажаться голос. Я надеюсь, что вас это не беспокоит. Я, по-моему, об этом вроде как уже говорил, но все-таки решил напомнить просто еще раз. Порой приходится так мышкой крутить и свертеть. Ну-ка, сейчас я свой стульчак поверну, на котором я сижу. Так, кто-то еще вышел, погоди-ка. Нет, ребяточки, это не... он не последний был, походу. То, что привыкает к низким температурам, это мне очень не нравится. Да ты! Опять ты. Голожопой и хромой. А, все? Ну-ка. Давай. Я с вами уже... Ребята... Так сказать, подпривык чутка с вами уже. Подпривык. Подпривыкли мы с вами, да, уже? Уже знаем, как с ними бороться надо. Только апперкотом ему, к сожалению, по мордам не дашь. Смотри, пополз. Как змея. Ты чё, в змею, что ли, решил? Змею решил притвориться? Решил со мной поиграть... Змейки со мной поиграть. Так, все, все взрывается. И все. Все, ребята. Так, как говорится, дело делается, как говорится, сказка сказывается. Так, я так понимаю, сейчас, наверное, еще побольше уродов, так понимаю, наверное, вылезет, да, поэтому. Сейчас кто-нибудь еще вылезет, смотри. Прям со спины, я так подозреваю. Нет, никто не вылез. Все, хорош. И все. Надеюсь, по крайней мере. Хотя, кто знает, ребята. Во, как знать, как знать. Так, давай, знаешь, что мы с тобой тогда сделаем? Смотри, у нас получается 15 минут. А! Я бы, конечно... Но мы с тобой почти пришли, доберитесь до вершины. Сейчас у нас будет с тобой вершина. 15 минут, ни туда, ни сюда, ребята, получается. Ха, а я по твоему яйцу это вижу. Что ты... Не обдрастался. Чем я могу тебе помочь? Так.
Слушай, я не знаю, чем ты мне можешь помочь. А, отремонтируем броник с тобой. Поосторожней с этой вещью. Поосторожней с этой вещью. У нас с тобой остается только варианты, только обменивать, я не знаю, ребят, потому что сейчас, скорее всего, последняя глава. Куда нам дальше уже идти больше некуда. Жутко ломит. Давай, раз, два, три. Давай, знаешь, что мы с тобой сделаем? Приходи в любое время. Давай мы с тобой туда и подпишу, короче, плюс. Я поставлю плюс, чтобы нам с тобой зря время, так сказать, не приходило. Да, надо было два купить, да ладно. Ничего страшного, сейчас еще потом, если что, два купим. Ну-ка, о, что-то эпичное, редкое что-то дали, смотри. Адавонка, редкая, 30% ремонта брони, да говно опять. Мне такое уже давали. Так, давай, сейчас мы с тобой опять будем по всяким пиратам стрелять. По безбожникам, которые торренты качают. Ну-ка. Один выстрел из дробовика покрывает большую площадь. А. Эффективно и экономно. Ребята, ничего здесь не добавили. Ничего у нас с вами здесь не добавили. Короче, мы зря сюда пришли. Эй, куда ты? Куда? Да, ты так долго готовился, что ни хрена даже для меня не придумал никаких новых заданий. Все одинаково. 1С. 2С, давай попробуем тогда, может быть, еще у него купить. Итак, чем я могу тебе помочь? Раз и два. У тебя не только там... Больше я не хочу у него покупать, давай сейчас, если не получится. Тогда мы с вами оставим, пускай будет 17 минут, ребят, небольшая серия, я понимаю, но... А, хотя нет. Сейчас мы с тобой посмотрим, что у нас будет дальше в следующей комнате. Давай-то не так сделаем. А когда будем прям подходить, ну-ка... Эблема иллюминации. Эпич, когда просуждаться на силу удар в ближнем бою. А если мы с тобой еще одну поставим такую? То есть у нас с тобой будет 40%, я так понимаю, шанса. Это эпично. Но, к сожалению, нам с тобой, ребятушки, эпичных больше никаких не дали. Хотя нам целую кучу можно было еще понаоткрывать, я так понимаю. Мы с тобой сохранимся здесь. Хотя, что это там? Подожди-ка, есть. Что покупаешь? Так, короче, давайте чуть дальше пройдем с вами. И... нет, все. Тогда у нас с вами, ребяшки, все, у нас с вами там уже, я так понимаю. Нас все надо туда идти. Давай-то просто подойдем к двери. О, я-бо-я. Бой, я-бо-я. Бэйк, смотри, а что он даже не дернулся? Как так может каска срываться? Давай, значит, хотим. Вот так вот сделаем. Как так мозг... каска может съезжаться с... Съезжаться с головы? Да куда ты? Попади уже, наконец. В конце-то концов. Чё ж ты за... Ай! Ой, яба-я! Ой. Яма-яма. Бабах! Ну-ка, если вот так вот 2х, ну-ка. Бах! Что такое, мужик, больновато, да, тебе щекотит личико? Ну-ка еще разок, последний, так сказать. Насекомые шумят, ага. Насекомые, по-моему, у нас только делают, что шумят. Санэпидемстанция приехала. Ну-ка, ну а тебе с ножище по зубищам по твоим. Во, спасибо, ребята, за патроны. Кто там целится? Кто целится мне, походу, с РПГ, что ли, я так понимаю. Это бесполезная идея. Так, это где у нас с тобой такое? А, это обратно надо было выйти. Давай обратно выйдем. Хотя, что нам с тобой? Какой смысл? Карта все равно куплена, ребят. Так что, если вам что надо будет, кому понадобится, то вы сами сможете потом, когда будете играть, сможете забрать это сокровище там. Акуэрто! 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 Оп, тихо! Как мы тебе шейку твою подскрыли? Ну-ка. Ать. Оп, по лапкам, по лапкам. Хлоп. Все. Хлоп. Отдыхаем. Так, цветочки, подожди. Черный окунь. Чуть черная окуня делают. Куня, окуня. Никто так приготовил. Приготовил окуней. Акуярто. Акуярто, акуярто. По зубам ты получан тот. Уйди отсюда.
Акуярто, акуярто. Ай, больно. Ну-ка, кто там? У нас такой умный. А, арбалетчик. Все. Ракетчик. Слышу. Слышу звук. Трепетание. Крыльев. Похоже, что кто-то у нас с тобой наверху. Ну да, стоило догадываться. Так, все. Не надо, ребята, эти патроны тратить мы не будем, потому что... Ой, бачки, спрятаться научились, смотри. Ой, а я так умею, прикинь. Не подумал, да, что у тебя бочонок там. Ну-ка, давай в попку твою сейчас мы прострелим патронками. Ну-ка, мужик. Так, патроны. Во. 30 штучек, спасибо. Ну-ка, присел. Как мы его на колени поставили, прикинь. Вроде еще к нему не подошли, а уже поставили на колени. Так сказать, заставили сдаться. Пред нашей силой, так сказать. Пред нашей силой решил он преклониться. Акуярто. Что-то у нас с тобой там сейчас. Ага. Через окно решили они не лезть. Молодцы. Какие умные ребята. Оп, но не совсем умные, правда. Мимо. Ну-ка, ать. Греночку ловите, ребята. Бабах. Ну-ка, спиной поворачиваемся. Хребтинку свою. Ты что-то как-то плоховато прикрываешься, по-моему. У тебя аж теляшки просвечиваются. На тебе. Опа. Да, ты свои куском железа-то... Дверью свою железную-то мне тут не размахивай. У нее прям на дверь реально похоже, как будто. Такая же полужелезная, как от приоры. Которая легко простреливается. Ну-ка. Надо с ножа их, ребята, короче. Оп, тихо, а ну-ка. Надо уже поработать ножом, по-моему, всех. Ну-ка, хлоп. Все, чтобы не мутировал. Куда ты? А ну-ка, а ну-ка. Ну, а тебе. Через себя. Сейчас мы тебя... Хлоп. Шеечку твою. Ты чё, боец обоссанного фронта? Все. Всех успокоили, ребята. Какие мы молодцы. Так, осталось только мимо пулеметов пройти нас с тобой, и все. Сейчас мы перезарядимся. Надо приготовить бы патроны нам с тобой. Кстати говоря, не мешало бы, наверное, винтовку взять, я думаю. Ну-ка, все. Говноеды. И жуки-караеды, и жуки-говноеды. Это вот эти самые жуки. Жуки и имени Говноедова. Что такое? В окно не можете, да, залезть? Не получается пролететь? Не придумали для вас разработчики из Сарсома специальный скрипт, чтобы вы могли в окна залетать. Какая досада. Тихо. А ну-ка мимо. Ой. Свалился. Жучок сраный, паучок. Ну-ка. Так. Нас то надо развернуть пулемет, я так понимаю, просто, и все. Сейчас мы с тобой разберемся, как это делается. Ну-ка, ящики. Порох. Правильно. Нашего с тобой Леня. О-о-о! Как щедро ты нас с тобой отблагодарили. Так, куня-куня мы с тобой сейчас съедим. Ну-ка. И вот заодно гадюку завязаем. Все, хорош. Мы с тобой... У нас с тобой вроде все хорошо. Пока что травушку только осталось, правда, муравушку еще найти нас с тобой. Какую-нибудь... Зеленую, да? Зеленую. Так они не объединятся, потому что. А лучше две зеленых. Чтобы с этой объединить и с той объединить. Вместе у нас с тобой получится нормально. Три травы. Плюс флакончик. С этим. Так а что эти мины на самом деле с первого, может быть, взрыва даже убивают. Так. Судя по
по рычанию, там у нас с тобой кто-то стоит за дверью. Не знаю, слышите вы это рычание или нет. Но у кого-то там явно не свежее дыхание. Тут нас с собой не пустят, я понял, хорошо. Да, пойдем другим путем. Так, а если мы вот так пойдем с тобой? Лол. А что, поменялось? А ничего не поменялось. Так, кажется, с собой надо вот с той стороны обойти. Так. Вот, вот сюда надо, да? Ух, здрасте! Ты куда передо мной убегаешь? Ты мужик, ты чё? Свинтус! Как это... Да. На вас похоже. Вежливость так и прёт. На тебе! На тебе с ноги, отойди! Встал тут. Да куда? Сейчас я тебе... Как мы... Ой. Больно, да, наверное? Так, ну-ка перевернем. Все. Отвернули один из пулеметиков. Но это было предсказуемо, что они сейчас все такие попрут. И ниоткуда, как это обычно бывает. Мужик, ляжки прикрывай. Точно они у тебя просвечиваются. Я предупреждал. Мое дело было, что называется, сказать, а ваше дело подчиняться, не подчиняться. Но я-то с добрых побуждений. Ой! Как ты хорошо дверь открываешь. Какое хорошее средство для открывания дверей. Толкаешь мужика, он у тебя открывает дверь. Так сказать, с толкача. На тебе. С толкача по голове. Все. Почти все. Успокоили. Так, теперь у нас осталась еще одна. Не зря мы с вами не закончили эту миссию. Не зря, ребята. Что у нас с вами... И потом, представляешь, сколько все это публиковать? Куда он? А, он вообще в стену смотрит. Интересно. А, мы две сразу отвернули. Короче. Перед заходом. Вот сюда. Как я понимаю, это уже все будет. Вершина, да? Коль нас с вами сюда показывают, то значит все, скорее всего. То я предлагаю, ребятушки, на этом остановиться. А следующий серия, возможно, может быть, будет последний. Не последний, я не знаю пока что. Но тут, конечно, как говорится, как разработчики удумали. А пока что это все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Курите и переключайте огромное количество гайдов, летсплеев. Всего крутого. Можете найти меня на канале. С вами был Чуранка. Спасибо за внимание. Не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки. Будет очень классно, круто, здорово и интересно. Всем покедова. Скоро увидимся.